Ася, вторая глава. Краткое содержание. В толпе зрителей Н.Н. знакомится с двумя русскими, представившимися братом и сестрой. Добродушный Гагин сразу понравился Н.Н. Есть на свете такие счастливые лица, глядеть на них всякому любо. Точно они греют вас или гладят. Девушка Ася показалась герою миловидной. Грациозно сложенная, с почти детскими щеками и черными глазами. Она не была похожа на брата. Новые знакомые пригласили Н.Н. в свой дом с живописным видом на Рейн. За ужином Ася немного дичилась, но спустя время уже сама обращалась к Н.Н. Весь вечер девушка вела себя непринужденно, напевала в полголоса, часто смеялась. Спустя 2 часа Ася, сославшись на усталость, ушла спать. По пути домой герой почувствовал, что он счастлив, и уже дома, засыпая, заметил, как за весь день ни разу не подумал о своей жестокой возлюбленной. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.